Мощный ураган Мария ударил по Пуэрто-Рико. Обесточен весь остров с населением более 3 миллионов человек. Не работают телефоны. Ветер, скорость которого достигала 250 км в час, корнем вырывал деревья. Разрушенными оказались многие постройки. Проливные дожди привели к масштабным наводнениям. До этого ураган прошелся под Минике. Там жертвами стихии стали 7 человек. А сейчас Мария надвигается на Гаити и Доминиканскую республику. Нашим соотечественникам, которые находятся в этих странах, рост туризма и МИД России рекомендуют быть осторожными.